Барона убиваем. Танка не забывайте диспель. Он с танки дает. Потом по ворону поиграем. Вообще на полубе. Все, хочу отправить. 5, 4, 3, 2. Чего? Дермичит по боссу. Танц слева. На правом стоит там кабан, если хочешь. Силы рыбу хавать. За танк съем. Танц слева, вот. Не очень важно. Тебе главное, блять, после того, как мы танцевали, блять, уже быть наготове бежать. Слева страховать? Да, 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 мне КД еще. Нормально справа, все на следующий я успею. Рыба вон по центру, на большом столе. Пускай она съешь. Танц справа, Яш. Там, кстати, эта тортика появилась у вас танки слева от стрел. Да, можете тортик съесть. Вон, а, на маленьком. Все, всего рыбку уже скушал, у него пока еще висит. Танц слева, окей. Кабан на правом, кстати. Давай ставь мне. Ну, ладно. Два кабана, знаешь, на маленьком. Слева. Вот. Реши, ты тут? Тут, тут. Ты когда бухать перестанешь, ну это? Да пиздец вообще, блядь. Гера, давай фубикал. Ближе к боссу стань, бойчик. Я босс убью. Сейчас он на меня повесит, потом там. Thank you.
Блин, задержка, конечно, мне пиздец, нахуй. Просто пиздец. Лагает. Жестко, нахуй. О, можно шею пацанам напал, здесь никому не надо. А что, ролить можно, да, если... Меткость. А плащ кому-то надо? И плащ не надо забирать. Нет, никому не надо. Стойте, куда вы пошли? Не спустите, пожалуйста. Не спустите, пожалуйста, и хильте меня. На, вообще хильте тех, на ком город еще хильте. Чтоб она пропала. Ну как бы скучнее встать, чтобы схилить, так чтобы было троих. Пиздец. Забухал мой крист. А сколько времени эта хуйня проходит? Пьянь вот эту, ебаная. Теперь можете звать Холи Чок, да? Холи Чик. Не, ну ты реально холишь, прекращай вот с этим пивом, ну. Слушай, а если я сдохну, я же протрезвею, да? Вообще, да? Не, не помню. Вообще, да, вот. Пизду пошел я в мили-зону. Бафать никто тебе не будет за это. Давай, скажи, это, перевешивай, короче, на холича там, это, частицу, хуй он сдохнет, пускай бухой будет, блядь, ничего не видеть. Да прыжки рядарские эти, блядь, тоже бухие. Это я знаю, это довольно забавно, кстати, такой. Прыгаешь прямо, а он тебе такой, опа, диагонали, ушел. Лужу готовься, давай, сейчас приведу все, сделаю остатки. Отойдите РДД дальше, сейчас там конкубина прибежит, там баф будет. Пизда нахуй, да чё за лаги, блядь, ну это пиздец невыносимо нахуй. Ясно, мы еще и выпанулись. Понял? Ребят, куда вы бежите нахуй? Вот я сейчас резнулся без комбата нахуй. Сейчас они на меня ты выйдется, блядь. А ты тут все дохнешь. Ну, все, да, это пиздец. Хабись рыбу я приведу сейчас. Наверное, пожалуй, пока что так не буду две пачки вести конкурмен.
минус урон я не могу собрать. Могу на атаку, я знаю. Ну и конкубину разобьем. Нормально будет. Она там? Через нее сюда. Здесь пленить их, да? Ну вышел с тумка. Выпал бы топор, я поел остальное. Не бивайте. Блять, мемка взяла. Ну сука, ну. Дайте контрол. Сейчас еще одну пачку приведу, последнюю. Шея вообще сочная выпала, почти багруха, блять. Она с меткостью, алло. А, да? Ебать. Тебя с гнева шея будет нормально. Да, да, точно. Я забыл их перепутать. Она там с желтым с гнева сокетом. Вроде да. Бля, заебись. Сука. А кому надо эта шея, блядь? Никому. Пиздец. На успех мне и Яша. Дать вам? Мой закинул. Яшин на сус. Мне не нужен. Я не про это, я про хосту, который. А, нихуя, так вам лучше с острова. Ну Яшин, наверное, друг, блять, а мне на демон. Идти наверх. О, не потеряй меня сейчас. У меня нахуй хуй кто потеряется, я, блять, в Володях нахуй паровоз заводил, блять. Чел,
ты, блядь, сегодня нахуй физрука в ульте, нахуй, в десятке, блядь, четыре типа закрывал. Так что, блядь, закрой рот, нахуй, не выебывайся, блядь. Это все нахуй проклятие Энха. Бухать. Дермич, начнешь отсюда. С пулиш, когда он будет вот на половине лавочки. Где еще раз? Начинаю в печеньке. Когда... Поставишь печеньку с пулишкой, да, в крестике будет шарик, нахуй. Что непонятно? Непонятно. Хочешь, я спойлю, только басы забери с меня. Еще раз арчину кругла. Можно? Да, сейчас будет пулять. Пуляй. Лужу назад, как можно дальше. Вторую ближе к рельсу, либо справа, либо около стены. Костры. Не сбивай под конец, потому что может вниз сработать. Сбиваем. Все, подошли, стак лутанули быстрее. Стак все взяли. Лужу. Дермич, куда ты бежишь? Ты взял стак? А, зеленкой. Вон, окей. У меня зависло все. И всех завис? Пока щит разбили, нормально. Нет, пизда. Ага, проводим. Ну, без меня, блядь. Ты стрим подрубись еще. Ну, я погнал вроде бы. Да, есть балл. Подошли с так лутанули. Левее чуть отходить. Вид погон. Теперь понятно, почему 4 хила вот где было. Касс сбивайте после счета. Бойчик. Дай сокру. Стак утонить. Прохил. Зад, назад чуть точнее. Сбить. Сука,
5, а нет, есть. Нет. Ну давай из бал прохил рейд. Подошли с так вот они. Назад ушли, назад, 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 назад. Геру дайте. Все, остаемся тут, никуда не переводишь, ты бегай. Лужу в сторону. Блять, строфнул какой-то. Я помню, за этой шеей ходил, так как хотел ее, хотел, но не падал, не понял. Забирай. Вот. Нажимай. Да, дайте лучше. Давайте, пожалуйста, без дизеля, ребят, чтобы не было неразберихи. Тем, кому это априор идет на мейнспек, кубики нажимаю, тем, кому на успех, не откажусь. Без диза. Идет только вот эти дизель, которые с трэша падают, 226. Там кольчуга на МП5, кому нахуй нужно, скажи мне. Ну там, да, там. Хасты нету, так что все, может сразу же спрячь. Че, смотритель? И этот самый, типа. На, погибель не пойдем. Шли смотрители сами. Хотя, можно было бы погибель сходить. Ладно, если что потом. Я портал открою. Блять, было заебись, когда бопы работали, но погибели. Да там, блять, без бопов легко убивается, но простой босс. Да пошли, скип. Дермич, дальше пошли, куда ты идешь? Чё там стоишь? Няша, ты, короче, серой, блять, Яша, серый, в медведя прыгнешь, там, первых там двух тех потанчишь, ну, чтоб они ебало не сломали. Я как-то запнулся. А потом мы удивляемся, почему 4 хила в ульде, блядь. Я вообще там на инхишу, вот сами понимаю. Какие ДД такие хилы, блядь. Ой, блядь, начинается это вот. У меня хотя бы не виснет. Да я, да я. Я про вот это падание, блядь. Я раз в год падаю отсюда. Да ладно, что ты так воспринимаешь все это всерьез? Мистер Завицу, да? Ну, а, ебать, так. У нас весеуха сзади ползет. Ага. Ну похуй, зальем. Прохиливайте. Там бойчик сейчас ебанет, нахуй. Чего вы так близко подошли к нему? Ой, сейчас бахнет.
бочек меняемся. Рид, ням-ням. Идет ко мне, блять, бахать нахуй. Дурак, что ли, нахуй? Да че не умрешь, че ты переживаешь? А подбежал мне, блять, полурыва нахуй снес. Это не моя проблема. С тобой был лок, просто видишь. Пацаны вообще, ребят. Меня просто контроль взяли, вот и все. Я не виноват. Давай, дремите вперед, хилите. А всех сразу? Тайсбаунт нажми только. Тайсбаунт нажми. А всех стой, сразу? Не всех, блядь, стабили. Тайсбаунт нажмишь, говорю, прожмись, блядь. Нажал, нажал. Да я куда? Успею. Все хилы уже сдохли, блядь. Ты лужу должен кидать, блядь. Что ты делаешь, нахуй? Давай сама хили. Пиздец. Хилим его. Ската, я... Включит хил. Да-да-да, лучше я за это резну всё. Ебать. Все пропало, все. Ой, блять, вы меня поражаете, реально. Вот что, что ты ж и Ексуронка, это пиздец просто. Ну. Че, живем, нет? Ну ебаный. Не знаю. Можно было вытащить. А, есть. Мне только из этого не стало, потому что максимально сразу же уром прилетит. Быстро. А че, Дирмич недавно играет, что я не понял? Вроде нормально, челик, блядь. Нормально, это Юксаронка постоянно, у нее какие-то вабриконы там, блядь. То босса бочком поставить, то куда-то еще что-то такое. Я что-то запутался, у вас то полный трэш частица, то что-то по одной пачке. Да. Не, эти больно бьют. Сифончики просто больно. Сам момент. Блять, когда... смотри, вот эти вот большие волшебные аномалии, они с обычки, блять, они нихуя не бьют. Вот эти сифонники, они много бьют, но у них по 300 тысяч хп. Они заливаются быстро уешкой. Вот когда ты вот заходишь сюда, блять, сейчас пуль нахуй. Ну короче, вот туда нахуй. Ты нажимаешь просто из баунтик, ебать, кидаешь лужу нахуй, и сифонники умирают от уена. Все, ебать, ничего сложного. Просто два хила эпично сдохли. Суманем ханта, а то там мобы. Аук, а. Те мобы, если все мертвые. Не, вот те вон, которые пиздюки. А, все? Ну да, точно. Я типа прохожу вот этот туннель, и там остаюсь под эйсбаундом. И всех танчу. Блять, вот сюда просто зайди, кинь лужу нахуй и все. И танчу нахуй, пожалуйста. Вон я тебе метку даже поставил. Что такое? Так я чайник поставлю.
кстати, две пачки пуляй. Лужи кинь. Хильте дермич. Далее уйди. Главное сифоников держи, блядь, на волшебной аномалии похуй. Блядь. А хант вообще хуёвно, я понял, с оружием, точно. Ну я не знаю, дремещом типа проблема, типа. Хоть и на пол. Ну хоть никакой не на пол. Хоть и никакой на пол, вот с тебя все равно срывается сразу моментально. Этих меланхолики. Ну там и в ГДК типа можно нормально. Так их ты Нэшка, блять. Нэшка на танке это, конечно, мощно, но ну, ладно. Дело не монохолики, типа. Монохолики я без напула нахуй танчу. Ауе паки. Видите все науку. Да его и переведи на бок и заведи инструмент. Рыбку кушайте. Короче, первый аркан. Холич. Я аж задние руны самые дальние закрываю. Хан где-нибудь в центре вместе с магом. Если что, бойчик помогаешь, там медизон. Хилы в центре. Зайти просто в руну стать, ее нужно очень, ее важно закрыть. Остальное просто бьете босса. Дальше. Лайтинг. Надо мне. Лайтинг рендж держите. 11 метров. Можете 12 прописать, похуй. На поезде не стоите все в кресте РДД. Он разливает лужу, миллизон не приходит. Рыбу хавать и холба в преду и поехали. Ярко на справа держу? Или слева? Что ты держишь? Арка на справа или слева держу? В смысле справа или слева? Ну, в у стенки же, нет? В черепе держи, похер. В центре держи, просто он в черепе и все. Ладно. Отчет даю. Пять, четыре, три, два, один.
Блядь, Киру забыл, блядь. Сказал, забыл скрывать, что, блядь. Ладно, похуй. Рун не закрываем. Айсбаун дай. Давайте, Киру. Блядь, я опять завис. Ну, че за хуй? Сокру, давай, скажем, прохилрейт. Руны закрыли. Бьем босса, думаешь? Все, стопнули босса, не бьем. Во время рун. Ждем взрывов, прохиливаемся. Руны закрыли. Не бьем, ждем. Прохил, 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 прохил. Подняли по хп рейд быстрее. Все, поехали, босс. Переводим. Завис. Сервак. Штука ебаная. Серый рупал. Ну, я уже понял, что не только я слагал. Может, хоть лагать перестань, после этого ребута ебану. Чё, на завтра какие планы есть? Все закрыто, почти. Может, какой-то целка твинками там, хуй знает. Так, нормальных ДДшников не добрали, сарфан. В тремрейдом. Не, он про десятку, наверное. Да. Один перс остался, шаман. Ну, если что, у меня есть маг 247. Кто бы собрал, кто бы потанчил, это все. Чилить завтра. Освобождать место в банке для саранита. Не алоты, о, нихуя, новая способность, прикольно, вы приносите сюжет, мне бы сочетаю, кремец, синдром, не знаю, что. СПД. Ебать, ну это просто, короче, ШП сделали каким-то демоном, ебать, что ли, я хуй его знаю, только без рейд бафа. Рейд СПД. Чем больше СПД, нахуй, тем больше урона. Сука, как же они бесят, блядь. Ну, кого-то пускают, кого-то нет. Короче, какая-то хуйня, мне кажется, ШКП это 6, нахуй. Реально какая-то хуйня. Типа, люди одевались по стандартам, вся хуйня, и просто выкатывают эту хуйню и полностью шмот ШКП по большому счету. Ну, там же 8 будет шмоток, и хиджалы не написали то, что там будут шмотки, то есть вы сохраните 4Т5 и плюс 2Т6, 2Т6 добавится. То есть будут люди бегать 4Т5, 2Т6. Хуй знает, как там можно комбинировать. Там посидит, может, курнет косячок, что-то придумает интересное. Вот магу аркан заебись, типа у него СПД зависит от интеллекта, ебать. Вообще здесь все через капс поражается летальным огнем, конечно. Арканы будут прикольные. Фаер. Плюс пизда, соединение сервера. Все каждый раз пизда доказать. Фаер тоже в дух нахуй просто сделали. Блять, странно, короче. Какой-то странный. Это 8, ой, это 6. Я даже любопытно посмотреть, что они там с шаманами сделали, блять.
Шаманов тут нет еще. Там вары. Вот только... я и говорю, что да, пока нету. Это пиздец говорят. Вары, вары, ханты, маги и. На чего воинха будет? Присты. В силу будут забиваться. А, еще. Ну, да. Не, кто-то говорил, что шаман будет. Тоже в дух. И шея начнут носить. Воинхов будет этот. А оружие водоворота стакается в два раза быстрее. Все. Хватит. Не, там про Энхов говорили, что типа не вар победа будет забиваться в Т6. Что-то пахнет каким-то калом. Мне уже не нравится бонус. Даже вот начальный дух шмоток от Т6. Я вот почитал плюс-минус вообще все классы. Какая-то хуйня каловая. О, репати надо будет делать. А что, спустил? Да. Заебись он. Я вообще в бухте. Почему-то. Короче, какая-то хуйня, блин. Не приспать, нахуй. А, нет, у меня типа соединение разорвано, пиздец, я даже через пропчи выходить, это у меня разорвано. О, перевал. О, бочек внизу, все внизу. Так, ладно, люди пока здесь есть, можно слетать, как раз камень, блядь, зачарить кольцо. У меня вот, типа, открывается менюшка X4, нахуй, соединение с сервером разорвано. Прикольно. Сука. Прикольно. По кайфу выкинула еще, да? Типа, не являетесь членом группы, да? Ну это да, да, да. Бота, сука. Ремонты по 15 минут стали. Возвращение десектиконов. Уволится ты по лести голды. У серого дискорд такой заебись. Нормально, нормально разговаривать, а там начинается прикольно. Вообще нормально, кстати. Короче, походу репати надо делать, да? Зайти бы, блядь, в игру нахуй для начала. Не, ну меня на X2 пускает, а на X4 нет. Ну все, вот и там можешь порядить. Что, ты о, там кажем, а сейчас я, короче, захожу, у меня вообще X2 пропало, X4 осталось, я на X4 не пускаю. Пиздец. Весемуха. А, ну конечно 260, блядь, плюс пошел я. Ебаное кольцо не пускало у меня. Им надо девиз. Heroes.ru. Когда хочу, тогда насру. Это им, блядь, идеально это подходит, девиз просто. И на заставку въебали, вот вместо вот этого вот кляда, ну вот этих ворат, короче. В мире животных этот ролик, нахуй. Было бы идеально сочетание. И песенку эту. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. Ёбаные животные, блядь. Давай пизды им дадим. А много кто зашел? Все, кроме тебя и Войда. Настя ж тоже еще не зашла. И Настя уже зашла. А, Настя ж не вредит еще. Я нашел офис работы от Сируса, смотри, в мему. Блять, что, не загрузился, что ли, картинка? От сука. Еще раз. Даже через VPN нихуя не помогает. О, сука. Сука. Нет, нет. Я если с прогрессом, я чуть-чуть начала ходить. Мне либо надо больше снимать по прогрессии. Короче, офис работника Сируса, смотри. В мемах. Дайте гайд, пожалуйста. Как зайти? Как подключиться к этой помойке? Есть вообще такой гайд?
После работы. Выходных? Да, типа. Может, кто-нибудь сделал бы там или поделился бы знаниями. Перезайти в игру, лаунчер и пробовать снова. Нет? Блять, ты знаешь, как ты попробовал уже несколько вариантов, даже VPN подключил и через прокси уже попробовал зайти. Нихуя не помогает. Мне кто помогу это? Один свободный день, где нет РТ, ничего, для уровня встречания. И мне даже покушки на кирилл для тире заключить, наверное, планет вообще не так. Тысячу раз сказать фразу «я успешный челик», повернуться на ноге 200 раз, потом попить пивка, а потом заходить, тогда будет пускать. Короче, часа через два пустят. На X2 пускают, на X4 нет. Да, тоже была такая хуйня, там минут 10 ждешь, потом пускают. Жалоба на работу, что ты понимаешь, что